Здравствуйте. Хочу сегодня рассказать, сделать видеообзор базы торговой марки Коди. Это база Рубер, каучуковая база. Она вот в таком вот бутылечке черном. Бутылечек 8 мл. Флакончик очень хороший, удобный. Все закручивается, откручивается, ничего нигде не протекает. Тара очень хорошая. Я эту базу покупала в магазине Naomi 24. Вот даже есть на нем информационный листочек от магазина Naomi. База каучуковая Коди Professional для гель-лака Рубер база 8 мл. Что хочу сказать. Эта база, производитель США. Здесь краткая информация от производителя. Здесь книжечка, она открывается, можно все прочитать, все доступно, каждый сможет с ней ознакомиться. Сама база очень густая, она каучуковая. Вот смотрите, какая густая база. Она прям вообще, вот даже вот кисточка прям туда засмактывает вот эту вот плотность. Я вот ее туда-сюда вынимаю и назад в бутылек хочу засунуть, я чувствую, как вот эту вот, знаете, густоту, плотности. То есть она, можно сказать уверенно и легко, что она густая. Запах приятный, такой сладковатый. Хочу сказать, что эта база густая, да, повторюсь, но ею легко наносить как тоненький слой для ногтей, которые не требуют какого-то выравнивания, да. То есть она очень легко наносится тонким слоем, при этом не затекая ни на боковые валики, не затекая ни на зону кутикулы. Также ею легко и быстро выравнивать ногтевую пластину, если на то есть потребность. Она очень хорошо, буквально за считанные секунды, равномерно распределяется по всему ноготку, по всей ногтевой пластине. Я забафила типсу, чтобы можно было посмотреть, как именно она наносится, как именно она равняется по ноготку. Я беру чуть-чуть базы, вот так вот легко, по чуть-чуть вынимаю, чтобы не было сильно, быстро нельзя вынимать, потому что она прямо оттуда, ну она же густая, может вытекти. Надо чуть-чуть ее брать. Я вот беру ее чуть-чуть, сейчас вам увеличу. И равномерно наношу по всему ноготку, данный момент по типсе. Кисточка, мы видим, очень хорошо раскрывается. Кисточка плоская, очень мягенькая, удобно ею работать. И равномерно наношу по всей поверхности, от кутикулы до свободного края. Смотрите, тоненьким слоем и запечатываем торцы. Вот смотрите, какой вообще классный блик. Мы видим, очень хорошо ложится, сразу видно, что она разровнялась. Если есть на то потребность, надо чуть-чуть взять капельку базы, если надо вырвать ногтевую пластину, и вот так чуть-чуть по серединке растягиваем эту капельку, помогаем ей. В принципе, она и сама делает это, она растекается по всему ноготочку. Если нужно, можно вот перевернуть чуть-чуть, буквально там, не знаю, на 20 секунд. Что хочу еще сказать. Сейчас мы пока подержим. Эта база просыхает в УФ-лампе 2 минуты, в LED-лампе 30 секунд. Это информация от производителя. Я ее сушу, у меня LED-лампа 30 секунд, и она хорошо, легко просыхает. Также я ее использую для дизайна, она очень хорошо держит стразы, она очень хорошо имеет липкий слой, и на нее хорошо, например, если наносить, например, да, вы нанесли, ему не хотите никакой тон, а просто, чтобы был такой прозрачный ноготок. Я отпечатываю фольгу, и потом сверху топом, и очень красиво получается. То есть она имеет очень хорошую остаточную липкость. Вот смотрите, вот она разровнялась.
все красиво видно, что она ровненько легла и равномерно распределилась по всей поверхности. Что хочу сказать по итогам, что эта база, она обеспечивает равномерное покрытие, как мы видели вот на типсе, что она ровненько хорошо ложится. Я ее наношу себе, и сейчас она у меня, и девчонкам ее наношу. Она очень стойко лежит на ноготках, и длительное время до коррекции ноготки носятся. Также она предупреждает сколы и отслойки, так как она каучуковая, довольно густая, она дает хорошую сцепку с ноготками, и у девчонок, которым я делаю, у них тоненькие слабые ноготочки, она хорошо в этом плане поддерживает, то есть она, как вам сказать, продлевает носку нашего гель-лака, хорошую дает сцепку. Видим, что, как мы увидели, что она довольно вязкая, да, такая густая. Это, я вам скажу, большой плюс, то есть ее идет экономический расход. Также хочу сказать, что она, как мы увидели, вот уже растягивается довольно хорошо, равномерно мы можем ее распределить по всему ноготку. И быстро, легко, не заходя ни на зону кутикулы, ни на боковые валики. С дизайнами тоже хорошо носится. Стразики носятся до коррекции. Также я вот ею перекрываю камифобики, да, выравниваю. То есть камифобики, они могут где-то быть выпуклые, а вот эта база за счет того, что она густая, она хорошо выравнивает поверху камифобуки. Я ее наношу, она хорошо выравнивает и таким образом сглаживает нам все какие-то неровности. Так что я хочу вам сказать, что эта база достойная, я ее вам советую, и я думаю, что она обязательно будет вам упрощать вашу работу и делать вашу работу более приятной и радовать вас и ваших клиентов, если вы работаете с клиентской базой. Всем хорошего вечера, было приятно вам что-то рассказать новое. До новых встреч!